На финишной прямой находится проект создания микрогэс в Мангунтагинском районе. С двумя турбинами, одна из которых будет вырабатывать до 30 кВт электроэнергии, маленькая ГЭС уже готова на 95%. Монтажники обещают запустить ее 15 апреля. Здесь все поработали на славу, от самих инициаторов до муниципальных властей и министерств. В связи с этим глава региона поручил всем ведомствам оказать всестороннюю помощь проекту, чтобы у организаторов, которые затеяли это, не было проблем с лицензией на получение природными ресурсами, с выделением и закреплением земельного участка и всей остальной документацией. Я бы попросил Министерство природных ресурсов и экологии республики помочь. И нужно все силы приложить к тому, чтобы документальная часть, разрешительная, разного рода там лицензии на пользование водными природными ресурсами для эксплуатации этого микрогэс, Министерство земельных и имущественных отношений совместно с администрациями Авюрского и Мангунтагинского хажуна так отрегулировать вопросы, связанные по закреплению этого земельного участка и вот это гидросооружение на территории Авюрского хажуна. Необходимо, чтобы оно было закреплено за Мангунтагинским, потому что там как раз Толайлык и населенный пункт, который будет пользоваться всем этим. Насколько я понимаю, там как раз вот этот вот нюанс юридического уровня, он обязательно нужно отрегулировать. Напомним, проект развития малых сел был инициирован главой Тувы и охватывает практически все территории республики. Сюда входят 66 сел с количеством населения до 1000 человек в каждом и приграничных сел в Авюрском, Трихольском, Эрзинском районах. Поддерживаются они по разным направлениям. 20 миллионов рублей предусмотрено на 10 лучших проектов местных инициатив, среди которых на данный момент и мини-ГЭС Мангунтагинского района.